Что скажешь еще на прощание своему другу? Adios. Священник и Дарк Вейдер. Что вы скажете, священник? Вы чувствуете себя будущим президентом Польши? Священник уезжает навсегда. К чертовой матери. Неизвестность. Он больше не будет жить на районе. Он больше не будет искать тут разные железячки и рыться, как кабан в этой земле, пропитанным потом и кровью. Мы будем скучать по нему. Что вы скажете по этому поводу? Тоже много, кроме мучения. Прекрасно. Никто не снимает такую. Мэтью. Священник, я думаю, что девушки с детьми – это не очень хорошая компания. Ні, це дуже погана компания. Хтось зробив, а ты відповідай. Погоди, дружище. Но если тебе эта женщина нравится, вот именно эта и больше никакая другая, что делать? Как мне Катина нравится. Ну то ты не думаешь, что она тебе нравится, но в принципе, блин, тебе может понравиться, блин, есть куча девушек без детей, блин. Які тобі можуть більше понравитись, ти просто їх ще не бачив. Знаєш, як ти можеш судити, ну, за щось, якщо ти ще з людьми навіть не общався. Мені на самом деле новими теж подобається. Ну не як жінка, а як маленька дівчинка прикольна. Ну, я ж не звичайний. Ну, ти, в тебе то шведська сім'я, то в принципі новими то тобі, як сказати, твоя дочка, так що. Ну, практично, да, така. Так що це твоя сім'я, ну, так що це все нормально. Ты маешь до неї, типа, батьківські чувства. Да, да, она да. Такая прикольная. Она подружка маленькая такая. Да. Типа, ты не маешь детей, это будет. Ну, типа, ну. Ну такие возможно отношения, наверное, с другими женщинами, в принципе. Да, ну, ну не надо, ну. Понимаешь? Уважающий себя самой, ну. Тільки в исключительных случаях можно брать бабу с детьми. Це якщо ты хочешь там эмигрировать в США, бля, там в Европу західну, бля. Ти знаєш, що ти, бля, женишся, бля, з дітьми, нахуй, там тебе паспорт дають. Ти там, або вона, блядь, охуєнна якась там графиня, блядь. Або дуже багата чувіха. Ну, то тоді давно. Ну, понятно. Я понял твою позицію. Прикольно. Через то, баба з дітьми, це, ну, я не скажу, що це аж дуже погано, але для уважаючого себе мужчини, це не дуже добре. Ясно. Священник уезжает в Гниченск. На недельку. Другую. Мы прощаемся с ним перед этим отъездом в Карпатский Гниченск. Я побегу лекаря, мне на мониторе якусь, короче, кололи палку. Палим костерок. Возможно, последний. И пьем вино. Мою. Прошлогодней. Из ежевики. А там птица поет. Тоже прощается с священником. Вот он наш герой. Наш Будда. Я уже буду в Киеве, в надеюсь, что встретимся. Что він колись буде в Киеве. Хорошо. Будем верить в это. Да, хорошо. То ты в Гниченск едешь, негодяй, признавайся. Гниченск? Что ты можешь в Гниченске делать? Хуй дрочит. Какой ужас. Священник, заклинатель костров и дымов. В этом году у тебя много костров было, Сашка? Да нет, Сакаш. Да нет. Мы же пытались на день рождения устроить еще один. На наше. Ну не получилось. Помнишь? Да, духом. Что было хорошее путешествие? Да? Да. Было хорошее путешествие. Что ты ждешь от этого путешествия? Любви и денег. Любви и денег. Прекрасно. О чем ты вообще мечтаешь? Поехать в Ливан. Там. В Египет. И там что делать будешь? Там, может, женюсь.
А если не женишься? Ну, приеду назад. Сюда? Ну, не знаю. Мне надо вообще заработать, купить себе какую-то хату в селе. Чтобы было где назад? Да. Что назад пока нету, да? Да, пока... Пока ты везде назад. Или вперед, только вперед. Ну, удачи тебе. Желаю тебе, чтобы все получилось. Не грусти. Все будет хорошо. Священник и поваленное дерево. Как символ изменений в жизни нашего друга. Его жизнь меняется так же, как изменилась жизнь этого дерева. Скоро он поедет в далекие края и изменит своего бытие. Как изменилась жизнь этого дерева. Секснас с капитаном Фантоки. Его тоже жизнь поменялась. Да. А найти на балерами? Пошлатися на работу в помощнику в школу для выкладати испанский. Это раз. По-друге, сходити в школу путешествий. В вечірню щось віддавали. По-друге, ну, може піти на якісь курси, там, може професію собі нову вибереш. Наприклад? Ну, я не знаю, поваром можна для механіка. Мені подобається з дітьми працювати. Ну, можеш піти до цього. Няням. Няням, ну. А ти що будеш робити? Ну, я хочу, я сам ще не знаю. Ты сейчас поедешь на застроит, да? Угу. И что? Ты не скучно? Откуда? Не печально от этого? Печально. Выбора у меня нема. Есть. Ты можешь сказать, мама, никуда не поеду, буду здесь сидеть. Ну, непрерывно. Я нашел, кстати, недорогий хостел тут на районе. Может, я перееду, да? Тупо нахуй с Белустра, я буду жить в каких-то... Занюханні общазі, нахуй такі, блядь. За 50 гривень добав, блядь, така общага. Ну 50 гривень теж почали б знайти. Ну, так знайду. Печально це все. Немножко печально. Ну, давайте пообідаємо, щоб Бог послав. Давайте пообідаємо.